Большие стройки, подготовка к чемпионату мира по футболу, реконструкция и ремонт дорог, важные решения и ключевые события – все, с чем этот год войдет в историю и чем он запомнится жителям Самарской области, мы спросили. Подготовка к мундиалю, я так думаю. Объединение вуза, СамГУ и Аэрокос. Ну, одно из самых важных в этом году – я впервые приехал в Россию. Весь этот снег, холодная погода. Мне нравится Россия. На Мальте много солнца, очень жарко, а тут все наоборот. У меня сын родился. Сейчас седьмой, восьмой месяц идет.